Вот такой попался. Больше некому было вчера идти, потому что все места были уже заняты. Вот, я тоже не знаю, почему. Мне тоже, типа, подружки сказали, что странно, почему тебя сразу не удалили. Но он такой, я вам рекомендую, типа, там же гной, это сейчас вам нужно резать, в кровь может попасть гной, типа, блядь, опасно. Короче, сказал мне, что лучше попить таблеточки 3 дня, антибиотик, пополоскать рот 3 дня, вот, и потом только идти. Да вот, Дарксайд, он мне даже снимок не сделал, понимаешь? Он даже не сделал мне снимок. Петушара какой-то там был, не русский, мужчина. Вот. Короче. Да, так вот именно, что в любом случае надо пить. Что я вырву, что не вырву. Вырву. Thank you, Серкан. Вот. И поэтому, короче, я не знаю. Я бы сегодня еще сходила к одному врачу, но у меня дома никого нету, не с кем малого оставить, поэтому ты типа запишись к терапевту, чтобы он отправил вас к другому врачу. Типа того, мне когда удаляли, там отек на десне было, и пофиг, когда выдернули. Ну вот, у меня тоже, привет, Котофей, у меня тоже типа отек, там прям все опухшее. Он даже мне вчера, когда там нажимал, что-то тыкал, больно прям было. Он еще такой, может не подействовать анестезия, типа того. Короче, я не знаю, за что я, блядь, косарь отдала. Козел. Ничего мне не сделал. Вот так вот. У меня прям болит капец, глаза красные. Классные, наверное, ты хотела сказать. Спасибо. За консультацию. Ебать, можно было и бесплатно. У тебя с обеих сторон отек? Нет, только с одной. У меня только здесь лезет зуб. У меня в других местах вроде бы нету мудрости. У меня снизу слева. Вот, видишь, даже видно вот. Сегодня уже поменьше, но вот здесь вот у меня опухло. Ваня, у меня зуб мудрости лезет. Его нужно вырезать. Ему нет места, я имею в виду, с обеих сторон зуба. А там нет зуба. Дарксайд, там нет зуба. Там просто опухла десна. Он под десной. Ему нету места, понимаешь, чтобы прорезаться. Он пытается, а у него нету места. Вот. И вот так вот. Там? Там все опухшее. Ага, он не вылез даже, понимаешь? И если идти в платную, если бы у меня зуб, у меня сегодня подружка ходила удалять тоже зуб мудрости. Но у нее он вылез. И 5 тысяч отдала, 5 300. Я говорю, спроси, сколько мне будет стоить удалить в платный. Что у меня, типа, нужно резать, у меня зуб не вылез. От 8 до 10 тысяч. Думаю, ебать. Спасибо. Поэтому я хочу в бесплатную пойти. Там, конечно, я тоже заплачу, но не столько. Я в платную. Ну, вообще, я хожу в бесплатную. Я вот, ну, я там плачу. Например, за один зуб я плачу там 3 000. Я плачу там за платную пломбу и за платную анестезию. Вот. Привет, Ира. Пиздуй тебе. Ну, мне хорошо сделали. Там есть хорошая врачиха. Вот, но... У меня сейчас нет 10 косарей, чтобы отдать, блядь, на зубного. У меня сейчас у ребенка день рождения. У меня все туда. Вот. Поэтому не хочу тратить 10 тысяч за то, чтобы мне, блядь, вырвали зуб. Такое себе, знаешь, удовольствие. 10 тысяч, блядь. Жаба душит. Но мне все равно еще рано. Мне еще завтра попить таблеточки. И, в принципе, я могу записываться на среду или на четверг на удаление. Ну, это да. Я говорю, я бы сегодня сходила. У нас здесь на районе есть клиника. Я бы сегодня пошла. Там было свободное время на 12. Но дома никого нету. Не с кем оставить малого. Поэтому я сижу, терплю. Ой. Да, зубные нынче, конечно, очень-очень дорого. Ах.
Боже, как у меня сегодня волосы электризуются. Есть такое дело, да? Ну вот я, смотри, я сейчас лечила зубы. Кариес лечила. Лечила 6 зубов. Я за 6 зубов в сумме отдала в бесплатной клинике. В бесплатной поликлинике я отдала за 6 зубов. Ну, 1010 у меня, может, вышло. 10-11, вот так вот. Ну, это за 6 зубов, это хорошо. Вот. Поэтому... Ну, сегодня я сходила на консультацию, на самом деле. Ну, вот эта врачиха, да, у меня делает мама у нее, у меня делает мамина подружка у нее. Но эта, эта зубная, она не удаляет зубы, поэтому кто там удаляет, я не знаю. Но у меня зубы, тьфу-тьфу-тьфу, очень хорошие. Я к зубному ходила последний раз лет 10 назад. Потом просто заметила, что у меня там черненькое, и пошла вот делать. Так у меня зубы все хорошие, и, ну, сейчас только вот этот зуб мудрости удалю, в следующий раз, наверное, тоже лет через 10 только приду к ней. Вот. Так что, еще 3 полечить и 3 мудрости удалить. Но у меня вроде только один пока мудрости, я больше нигде не знаю. Да, мне 22. Короче, не пойму, как у меня. Вроде только один пока. У меня пока... У меня нет места для мудрости. Нету. Ты же говорила, что вчера удалишь его. Так мне не удалили. Еще раз говорю. Я пришла, настроилась. Он залез мне в рот и говорит: у тебя там воспаление, гной. Тебе типа тяжело открыть рот сильно, анестезия может не подействовать. Пей 3 дня антибиотики, полощи рот, и как отек спадет, воспаление типа спадет, тогда иди удаляй. Вот. Но еще бы у тебя проблемы с зубами были. Но у некоторых 22 уже проблемы с зубами. У некоторых 22 там уже, знаешь, все очень-очень плохо у людей. Ну, это правильно. Ну, вот ты говоришь, Тимур, что это правильно, а другие мне пишут, что это неправильно, что некоторым сразу удаляли, даже если там воспаление. Ну, у меня ж болит. Такое себе, конечно. У меня бейсбол колят, могу через зуб вколоть, по челюсти не имеет. Мне тоже, мне... Ну вот я когда кариес лечила, тоже делалась тогда. Все 6 зубов делала с бейсболом. Тоже челюсть не имела, да. Чтобы они понимали за зубную боль. Не поняла, Тимур. А. Ну, короче, кто-то...